8 вечера в Украине. Время подробностей. Я Алексей Лихман. Смотрите в выпуске. Кровавый четверг. В Донецке террористы обстреляли троллейбусную остановку. Давосские прогнозы. Что принесет 2015-й версии известных политиков и бизнесменов. Выволочка Меркель. Немецкий канцлер припомнила России все грехи. Украина помнит. Год назад на Майдане погибли первые герои Небесной Сотни. Чахнет на чужбине. Азаров нашелся в частной московской клинике. Террористический акт. Боевики в Донецке развернули оружие против мирных жителей. По последним данным, 9 погибших и 7 раненых. Подробности трагедии расскажет Ирина Баглай. Услышали взрывы, прибежали сюда. Здесь увидели эту картину, что разбит троллейбус, взорвана машина, куча трупов. Этим утром в Ленинском районе Донецка прогремел взрыв на остановке общественного транспорта. Позвонили, сказали, что убила жену. Я приехал, вот тот час в машину ее погрузили. Это все, что я видел. В результате взрыва снаряда пострадали троллейбус, маршрутки и легковое авто. Осколками задело соседние дома, ударной волной выбило окна. Погибли мирные жители. Огонь по остановке открыли боевики ДНР, заявили в областной прокуратуре, ссылаясь на свидетельства очевидцев. Произошедшее квалифицировали как теракт. Стреляли боевики из мобильного миномета, установленного в грузовике. Снаряд выпустили из Куйбышевского района. Эту информацию подтвердили в Совбезе и сразу фактически опровергли заявление боевиков самопровозглашенной ДНР о том, что огонь якобы вели украинские военные. Артиллерия украинских войск располагается в 15 километрах от места трагедии, тогда как дальность поражения миномета 8 километров. Наиболее позиции сил антитеррористической операции находятся у населенному пункту Піски. Таким чином, місце трагедії перебуває поза межами дії української артилерії такого типу. На место происшествия прибыли инспекторы миссии ОБСЕ. Они заявили о 7 погибших, среди которых женщины и пожилые люди. Позже в ОБСЕ уточнили, расследование вести не будут. Их задача – наблюдать и предоставлять факты. Боевики ДНР свою причастность отрицают. Пошли еще дальше. На место трагедии привезли военнопленного командира киборгов, публично обвинили его в обстреле и отдали на растерзание толпы. И все это снимали российские СМИ. Затем люди в военной форме посадили десантников в джип с российскими номерами и увезли. А его товарищи, взятых в плен в аэропорту, 2 днями ранее террористы провели под конвоем по улицам Донецка и заставили переносить гробы. Ирина Баглай, подробности, телеканал Интер. Уже есть реакция мира на эту трагедию. Но в частности, посол США Джеффри Пайет заявил, что шокирован произошедшим и уверен, остановить насилие может только соблюдение Минских соглашений. Выразила поддержку Украине и президент Литвы Даля Грибаускайте. Жуткие подробности произошедшего в Донецке нам рассказали и жители города, те, кому мы звоним ежедневно. Давайте послушаем, что говорят в Донецке и Луганске. Переживает ночи и дни ужаса. Сегодняшний день просто был вне конкуренции за все время военных действий. Мне даже тяжело говорить. Ситуация под Волновахой повторилась, но еще в большем масштабе. В основном погибли люди возраста где-то от 45 до 50 и молодые люди где-то 1990 года рождения. Мы скорбим все в обстрелы. В основном сегодня нашли остановок транспорта и движущегося общественного транспорта. Произведен обстрел 37-го троллейбуса. Произведен обстрел ряда остановок в Ленинском, Куйбышевском и Киевском районах. Но самая большая трагедия вот случилась на Басы. Люди сейчас все находятся по домам. Потому что самое опасное место сейчас улица, дорога, остановки. Сегодня со стороны Краснодона в город опять прибыло большое количество военных, без каких-то обосновательных знаков. Но человек, который работает в так называемом доме правительства ЛНР, рассказал, что это пополнение из России. А на вопрос о том, что почему из России, он сказал, что сейчас ополченцы, которые из местных, они начинают массово дезертировать с блокпостов, из военных частей, потому что им не платят зарплату, а за бесплатно никто не хочет мерзнуть в окопах и
подвергает свою жизнь опасности. И сейчас вот активно готовятся, переодевают российских военных в форму ЛНР, чтобы они под этим видом, под видом ополченцев продолжали дальше воевать. Сорвались с катушек террористы не только на оккупированных территориях. На линии фронта ожесточенные бои. Вениамин Трубачев с нами на связи. Веня, здравствуй. Вот насколько сложная ситуация, где ведутся бои? И еще один вопрос, что сейчас происходит в районе Донецкого аэропорта? Действительно, Алексей, бои продолжаются сейчас практически по всем направлениям по линии фронта. Очень сложная ситуация сейчас в районе населенного пункта Дебальцево. Там террористы ведут огонь по блокпостам и опорным пунктам украинской армии, что называется, бесперерывно уже в течение суток. Также сегодня боевики обстреляли непосредственно сам населенный пункт. Это город, мирные кварталы района Дебальцево. 5:20 ранку. Ведеться постійний мінометний обстріл нашого блокпоста, сусідніх блокпостів. Але ми держимо свою позицію, будемо тримати її до останнього. Армейцы говорят, что боевики и российские наемники располагают свои позиции вблизи жилых домов, и по таким точкам военные не стреляют, а ведут огонь только по объектам, где нет мирных жителей. И вот такие вот артиллерийские дуэли сейчас в районе Дебальцево практически не прекращаются. 82-миллиметровый автоматичный, 4 кассеты заряжаются, за 2 секунды роблять залп. Работать сейчас на передовой довольно сложно нам, журналистам, потому что блокпосты под постоянными обстрелами. Чтобы пообщаться с военными, приходится в прямом смысле перебегать от одного блиндажа к другому. И только внутри укрытия относительно безопасно. И вот армейцы говорят, что вооружение сейчас у противника новейшее. Техника у них такая солидная, дуже хорошая. И они добре научены. Я скажу честно, по интенсивности стрельбы у них дуже много боеприпасов. Что касается Донецкого аэропорта, в том районе также продолжаются боевые действия. Взорвана взлетно-посадочная полоса, здание нового и старого терминалов практически полностью разрушены. И украинские военные оттуда вышли, но не обошлось и без потерь. По данным Минобороны, во время боев в аэропорту погибло 6 бойцов, еще 16 получили ранения и попали в плен. На території Литовища залишилися ще деякі споруди, в яких наші бійці також тримають оборону. Тобто сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовими, не можна. Зараз аеропорт – це поле бою. Сейчас украинские военные продолжают удерживать позиции вблизи аэропорта и в районе Песок. Этот поселок находится под постоянным артиллерийским огнем боевиков. Украинская армия, в свою очередь, тоже стреляет в ответ. И ситуация сейчас там крайне напряженная. Алексей. Ясно. Спасибо, Веня, за работу. Пожалуйста, не забывайте максимум осторожности. Пожалуйста. Это был Вениамин Трубачев. Мой коллега продолжает работать в зоне АТО. Мы же сегодня встречались с родственниками киборгов, защитников аэропорта, теми, кто ждет возвращения своих сыновей из плена. Что они нам рассказали, на что надеются? Максим Кошелев продолжит. Я Гавенец Ярослав Мирославович, 70-80-й бригады. Попал из города Копечинцы Тернопольской области. Зараз нахожусь в плоне. Это обращение одного из пленных киборгов, сделанное под давлением боевиков. Запись появилась в сети, и на этом видео Мирослав узнал своего сына. Он в зоне АТО чуть больше месяца. В терминале Донецкого аэропорта оказался недавно. Его подразделение перебросили в момент последних серьезных боев. В терминале ровно 7 дней. Я тримал с ним зв'язок с первого дня. И сейчас. Днем и ночью. И сейчас снова его ситуация. Ярослав был в терминале, когда его перекрытие в первый раз подорвали боевики. Он продолжал обороняться, но помощь бойцам не успела, и парень попал в плен. Отцу удалось один раз выйти на связь с сыном, уже когда тот был в руках боевиков. Он надеется, что Ярослава вызволят или обменяют, и гордится тем, что воспитал настоящего мужчину. Это миссия. И то, что он герой, я знаю точно. Я пережил эти дни.
я знаю, що він відчуває. Конечно, я пишаю своего сына. Він все, що хотів мені доказати, тепер доказав. Навіть забагато. Пока точное количество попавших в плен киборгов неизвестно. Даже официальные данные разнятся от 16 до чуть более двух десятков человек. Ті хлопці, які пораненими потрапили і стали заручниками бойовиків, їх ніхто не кидає. Зараз йдуть дуже потужні перемовини для того, щоб їх назад повернути, щоб вони там не перебували. І є певні успіхи. Тому будемо сподіватися, що хлопців повернемо. На это надеется и отец пленного киборга, но пока военное командование ему даже не позвонило. Общались с ним только волонтеры и журналисты. Максим Кошелев, Вадим Ревун, подробности, телеканал Интер. А какой была сегодня ситуация под Мариуполем, узнаем у нашего корреспондента Александра Пантелеймонова. Он на связи со студией. Саша, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что происходило в городе и окрестностях? Да, Леш, добрый вечер. Вот после вчерашней попытки прорыва на подступах к Мариуполю сегодня относительное затишье. Лишь изредка слышны автоматные очереди. Пока по-прежнему нет точных данных о потерях боевиков, но по приблизительным подсчетам вчера наша артиллерия уничтожила до 10 танков противника. Сегодня уже достаточно спокойно. Обстрелов нету, то ли меняют позиции, точно уточнять. Тяжело, но пока тихо, спокойно. Но вот пока относительно спокойно, люди пытаются выехать из горячих точек. Одна из них — это поселок Павлополь. Сейчас там нет ни наших военных, ни боевиков. Земля по факту получается ничья, а люди предоставлены сами себе. Сеяли пшеницу и попал, мне засыпало. Вот так и все. Совершенно мирное село, мирное, тупик. Туда мост взорванный, не перейти через плотину. А там... В октябре за 6 километров, ну, стоит длинный лев, там плохо послушал. Павлополь, конец здоровья, край географии, как говорят. Но вот сейчас много домов в Павлополе разрушено, из коммуникаций остался только газ, а единственная поддержка от правительства — это то, что местным жителям разрешают проезжать через блокпосты без специальных разрешений, пропусков. Что делать дальше, люди просто не знают. Если оттуда с палубы будут выезжать, Знутова, Столоковки, куда они, ну, пускай знакомые, свои родственники в Мариуполе, в городе. А что потом в городе будет твориться? А в городе что? Его же надо тоже куда-то девать, людей этих всех. Но и вот сегодня гуманитарные грузы, сформированные по поручению президента, выехали в Донецкую и Луганскую области. Это 24 грузовика, которые наполнены продуктами, медикаментами и товарами для детей. И машины выехали в трех направлениях. Это Краматорск, Северодонецк и Мариуполь. Часть гуманитарки хотят передать и жителям оккупированных территорий. Помочь в этом должны добровольцы. Будуть шукатися способи доставлення цієї допомоги на тимчасово контрольованій терористами території. О помощи жителям Донбасса сегодня говорили и в фонде Рената Ахметова. Отныне волонтеры будут развозить медикаменты, продукты и детские товары во все населенные пункты, которые оказались на линии огня, вне зависимости от того, кто их контролирует. Экстренная помощь для того, чтобы помочь выжить нашим землякам. И мы будем делать все, что зависит от нас, чтобы помочь в условиях боевых действий выжить нашим землякам. Ну и эту помощь уже ожидают жители окрестностей Мариуполя. Пока у меня все, Алексей. Спасибо. С нами на связи был Мариуполь и мой коллега Александр Пантелеймонов. Ну, как мы с вами видим, ситуация на Востоке обострилась. Что нужно предпринять? Петр Порошенко обсуждает в эти минуты с руководителями силовых ведомств. Возле администрации президента работает мой коллега Алексей Пшемыский. Вот он с нами на связи. Леша, здравствуй. Встреча Порошенко с силовиками длится, если еще не закончилась, чуть более 2 часов. Есть ли какие-то уже результаты, возможно, информация о каких-то решениях?
Алексей, да, экстренная встреча президента Порошенко с силовиками началась сегодня в 6 часов. Она длится до сих пор. Пока что с администрации президента еще никто не выходил, но вот есть уже информация, о чем там говорили. Президент действительно подтвердил, что сегодня практически по всей линии фронта позиции наших военных были атакованы террористическими группировками, действующими при поддержке регулярных сил Российской Федерации. Противник также наступал танками, и вследствие чего сегодня прошли первые настоящие танковые бои. И вот, как добавил начальник генштаба, нашим военным удалось подбить 3 танка противника. Также были уничтожены 2 боемашины с припасами, захвачены несколько БТРов и БМП. По словам главы государства, сегодняшние события на Востоке, даже по сравнению с тем, что было еще несколько дней тому назад, интенсифицировались в 10 раз. В 10 раз сильнее террористы обстреливали позиции наших военных, но, несмотря на это, нашим военным удается удерживать их, а противник, в свою очередь, несет серьезные потери. Противник заплатил высокую цену за то, что авантюрно пробует нападать на наши вооруженные силы. Если враг не хочет держать режим прекращения огня, если запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, не страждали мешканці українських сіл, селищ, міст. Ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах. Глава государства также отметил, что за героическое отражение атак противника орденами за мужество будут награждены танковые экипажи, которые сегодня принимали участие в этих боях. И также государственные награды получат десантники-киборги, героически защищавшие Донецкий аэропорт. На самом деле, на данный момент это вся информация. Как я уже сказал, еще до сих пор собрание идет. Конечно же, все хотят услышать, какой будет реакция главы государства. Реакция силовиков на те интенсивные обстрелы наших военных террористами, которые сегодня идут. Мы остаемся здесь, и как только появится хоть какая-либо новая информация, мы сразу же это сообщим. Алексей? Спасибо. Президент собрал сегодня силовиков на экстренное совещание, но вот первые новости оттуда узнали от Алексея Пшемыского. Давосские прогнозы. Что принесет 2015-й? Как избежать новых бед? Известные политики и бизнесмены обсуждали сегодня все это в Швейцарии. Что пугает сильных мира сего? Давайте послушаем Дмитрия Анопченко. Он работает в Давосе. Что сейчас угрожает миру? Войны, кибертерроризм, демографические потрясения? Сегодня, во второй день Давосского форума, его участники как раз много говорили о рисках, с которыми нам с вами предстоит столкнуться. Мол, глобальный экономический кризис еще можно было предвидеть, а вот новые угрозы как раз и страшны своей непредсказуемостью. «Нам нужен новый мировой порядок», написала сегодня авторитетная Die Welt, которую многие участники Давосского форума читают каждое утро перед тем, как пойти на заседание. Весь день они пытались его очертить, этот порядок, составить совместный план, насколько стабилен будет евро, что делать с ценами на нефть. Но многие вопросы так и остались без ответа. Ведь раньше в Давосе спорили только об экономике. На то он и экономический форум. А сегодня практически в каждой дискуссии постоянно всплывала политика, путающая финансистам все карты. Ведь предсказать развитие событий в Украине даже гуру Давоса не берутся. Слишком уж много неизвестных. О том, что Россия нарушила весь послевоенный порядок в Европе, говорила и немецкий канцлер Ангела Меркель. Вспомнила и Будапештский меморандум, и Минские договоренности. Поэтому санкции будут действовать, пока Кремль не изменит свою политику в отношении Украины. Аннексия Крыма – это не просто аннексия, это очевидное нарушение того, что позволяло нам жить и сосуществовать мирно после Второй мировой войны. Это нерушимость границ и уважение территориальной целостности. Из украинских гостей сегодня особое внимание к Виталию Кличко. Даже известным европейским политикам, которые когда-то видели его боксерские бои, но не знакомы лично, было интересно понять, а вот как Виталий чувствует себя в новой роли, что скажет. Поэтому в зале было много знакомых и известных лиц.
Кличко сорвал аплодисменты, выбрав правильное сравнение. Мол, как когда-то он на ринге, Украина сегодня каждый день тоже ведет бой с терроризмом. И страна не должна оставаться одна, потому что от этого зависит не только наша судьба, но и будущее мира. Сможет ли он думать о развитии или будет тратить деньги и силы на борьбу с терроризмом, который из ДНР и ЛНР расползется дальше? Всі розуміють, що без підтримки зброї, без медіа підтримки, пропаганди та фінансової підтримки цей конфлікт ніколи не набув тих масштабів. І на сьогоднішній день ключовим завданням є прикриття кордону Російської Федерації і припинення поставки зброї. Ну а завтрашний день в Давосе начнется необычно рано, в 7 утра, с украинского завтрака. Это будет дискуссия о реформах, которые еще стоит провести в нашей стране, между европейскими политиками и новыми отечественными министрами-иностранцами. Спорить о том, что же необходимо сделать и сколько есть времени для этого, будут такие гранды мировой политики, как бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу или знаменитый дипломат Карл Бильд. Пообещал быть и миллиардер Джордж Сорос. В давосских кулуарах именно его сейчас называют главным лоббистом международной финансовой помощи Украине. Чем Запад готов помочь стране, обязательно его спросим. Из Швейцарии Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, телеканал Интер. В Америке продолжают обсуждать планы по поставке Украине оружия. Дадут или нет? И как в ООН назвали так называемый мирный план Путина? Ответы у нашего американского спецкора Дмитрия Еловского. Еще в конце минувшего года Барак Обама все-таки подписал закон, который позволяет начать поставки Киеву оружия. Но подписать не значит сделать в данном случае. Конечно, у Белого дома теперь все-таки есть такое право, но вот воспользоваться им пока что не готовы. Хотя к скорейшей помощи призывают представители буквально всего политического спектра Америки. Накануне, например, Хиллари Клинтон, которую многие здесь считают наиболее вероятным кандидатом на пост президента от демократов, выступила с неожиданным заявлением. Напомню, ее работа в качестве госсекретаря во многом была нацелена на улучшение отношений с Россией. Но сейчас Клинтон, похоже, кардинально поменяла свою точку зрения. Политик уверен, что надо усилить помощь Украине. Новое оружие, тренировки с американскими военными – это тот минимум, который Штаты, по мнению Клинтон, просто обязаны предоставить Киеву. Причем делать это надо в ближайшее время. ВМНУ демократ и о финансовой помощи. Но тут надо делать больше, но с оговоркой. Клинтон сказала, мы, американцы, достаточно сообразительны, чтобы не допустить растрат наших денег. С подобными речами выступил и Збигнев Бжезинский, один из архитекторов внешней политики времен президента Картера и очень влиятельный политолог. На слушаниях оборонного комитета Сената он сказал, цитирую, «Путин в Европе играет с огнем, финансирует и вооружает террористов. Америка, по его словам, не может оставаться в стороне и должна как можно скорее помочь Украине». В ООН тоже считает, что российская политика нынче очень опасна. Мирный план Путина, по словам представителя США в Организации Объединенных Наций, это ложь и настоящая претензия на захват части Украины. Мы видели такие мирные планы раньше. Это было в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Давайте назовем путинский мирный план тем, чем он является. Это российский план оккупации. Надо сказать, что такого единства во внешнеполитическом вопросе в Америке не было уже очень давно. Но вот прислушается ли Барак Обама к этим призывам? Все ведь зависит на данный момент именно от него. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Год назад на Майдане погибли первые герои Небесной Сотни. Важно помнить героев. Важно и наказать их убийц. Прошел год, есть ли подозреваемые? Эти вопросы задают родственники погибших и активисты Евромайдана. Подробнее Елена Зорина. С ними прощался весь Майдан. Сергей Нигоян, Михаил Жизневский, а позже Роман Сеник стали первыми погибшими. Тут стоял один лежак, другий и третий. На тому лежаку фактично спочатку помер Нігаян, потім через дві з лишнім години на тому ж лежаку помер Жизневський. У Жизневського була в грудній клітці досить великий отвір, через який потім робили відкритий масаж серця. Уявіть собі, який отвір. Ну, величезний отвір був. Во времена Євромайдана здесь здание Академии наук был госпиталь, а Николай – один из тех, кто заставил правоохранителей написать, что парни погибли от огнестрела.
огнестрельных ранений. Первые герои Небесной сотни погибли вот здесь, на улице Грушевского, недалеко от правительственного квартала. Спустя год о тех событиях напоминают цветы, венки и лампадки. Следователи установили, стреляли вот с той стороны, со стороны кордона Беркута. И это то немногое, о чем они могут рассказать за прошедшее время. В деле исчезли некоторые документы. Его расследовала милиция, теперь Генпрокуратура. Не відфіксована зброя, не можна її встановити. А від того, що переховуються працівники Беркуту, спецпідрозділів від слідства, шукають свідки, шукають доказів, шукають відеоматеріали. Певна частина відеоматеріалів є, певні свідчення є, але їх недостатньо. Буквально считані діла передані в суд, це по Михайлу Гаврилюку, і от завтра передається діло в суд по співробітникам спецроти Беркута Павлу Аброськіну і Сергія Зінченка. На могилу Михаила Жизневского мама приходит каждую неделю. Это в белорусском Гомеле. Сволочь, что бы у него рука отсохла? Кто это сделал? Дома ни одной фотографии с Майдана. Родителям из Киева вернули только личные вещи сына, кошелек и недокуренную пачку сигарет. Они вспоминают, Миша называл Украину своей второй родиной. Националистом он не был. Вы посмотрите съемки. Миша у нас, пожалуй, и на Майдане был единственный, кто мог Беркут развести своих. Ежедневно приходит на могилу единственного сына и отец Сергея Нигаяна. Мама болеет. 20-летнему активисту в шутку пророчили карьеру в Голливуде. Его фотографии с Майдана облетели весь мир. Он любил общаться с журналистами и помогать людям. 20 лет, ну как будто 50 лет были. Он все больше понимал, например, чем я. Ничего мы не знаем. Никакой расследования, ничего. Чтобы знать... Ну, хотя бы на душе чуть-чуть легче станет, конечно. Сегодня возле памятника Сергею Нигаяну в родном селе Березноватовка вспоминают погибшего активиста. Так же, как и в Киеве, люди несут цветы. У тех, кто здесь, одно желание, чтобы поскорее нашли убийц на Грушевского. Боритесь, поборете, вам Бог помогает. За вас правда, за вас слава и воля святая. Елена Зорина, Татьяна Овинникова, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Память первых погибших активистов Майдана почтил президент Украины. У памятных знаков Сергею Нигаяну и Михаилу Жизневскому Петр Порошенко возложил цветы. И вот что сказал президент. Не випадково. Вони віддали своє життя за Україну в день соборності, в день злуки. Перед всіма героями Небесної сотні ми маємо пам'ятати і берегти єдність нашої держави, берегти соборність нашої держави. А в Одессе продолжают рассматривать дела о событиях 2 мая. Кто пришел на слушание и чем все закончилось, в материале наших корреспондентов. На скамье подсудимых 21 человек, половина под стражей. Следствие называет их пророссийскими экстремистами, которые 2 мая в центре Одессы спровоцировали проукраинских радикалов на столкновение. А потом все это закончилось печально известным пожаром в Доме профсоюзов. Сегодня в суде ажиотаж. Майдановцы и антимайдановцы перекрикиваются, толкаются, оскорбляют друг друга. Одни поют гимн Украины, вторые перекрикивают «Вставай, страна огромная». Обвиняемые требуют отвод прокурора, который ведет дело, периодически в заседании объявляет перерыв. Если судьи будут вести процесс с нарушением действующего законодательства, мы будем реагировать, заявлять отводы и предпринимать соответствующие меры. Активные действия разворачиваются и на улице. Неизвестные в масках и балаклавах нападают на сотрудника местного интернет-издания «Таймер». Этот ресурс упрекает в пророссийской направленности. На журналиста набрасываются толпой, ломают камеру. Сам потерпевший говорит, это были одесские самообороновцы. Все отрицают. Вполне возможно, что кто-то его где-то там шарпанул. Но бить я не видел. Его вывалили в грязи. Еще немножко пуха бы сверху. Сейчас нападавших ищет милиция, но вряд ли найдет. Их лица были скрыты. Судебное заседание, между тем, до сих пор продолжается. Алена Завора, Андрей Настасов, телеканал Интер, Одесса.
Его ищет Интерпол, а он спокойно прогуливается по московской частной клинике. Беглого экс-премьера Украины Николая Азарова вроде бы видели в клинике Мэтси в Москве. По крайней мере, вот эту запись выложил в интернете российский журналист. На ней видно, как человек, похожий на Азарова, идет по коридору больницы, одет в деловой костюм. Выглядит вполне таким себе здоровым. Напомню, Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего премьера Азарова. Это дает возможность требовать его экстрадиции из России. Брат Навального, «Звездные войны» и «Шоушенк» по-русски. Как все это связано? Расскажет мой московский коллега Данил Русаков. Эту историю по нынешним временам впору назвать героически предотвращенной диверсией. Следственный изолятор «Бутырка». Там сейчас содержится брат условно осужденного Алексея Навального, Олег. Его приговорили в декабре по делу о хищениях компании «Ивраше», которое многие считают политическим. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания накануне изъяли личный дневник заключенного. Там, как сообщают правозащитники, было письмо старшему сыну. Говорится, будто бы папа сочинил сказку. Сюжет отчасти комический. История о побеге из тюрьмы с помощью беспилотника стоимостью 1 миллион рублей. В сочинении присутствует и образ Чубакки, это персонаж «Звездных войн». Фильм американский, и тут, видимо, люди в погонах заподозрили неладное. Решили, это тайный план побега. Они во всем видят политику, во всем видят опасность для себя. Олег Навальный очень наивный человек, если он этого не знал и позволил себе написать такую сказку. К слову, письмо на волю с тем, что сотрудники ФСИН приняли за инструкцию, Олег Навальный отправить так и не смог. После детального изучения содержимого цензоры тетрадку вернули, а вот лист с рассказом нет. За все время существования Бутырской тюрьмы, а это более 100 лет, попыток побега отсюда предпринималось немало. И подкопы, и нападения на охранников. Но вот чтобы с помощью беспилотника, как-то просочившись сквозь оконные решетки, такого еще не было. И вряд ли это вообще возможно. Обвинений в пособничестве ни Госдепу, ни лично ПСАКИ Следственный комитет Федерации выдвигать не стал. Олег Навальный продолжает дожидаться этапа. Замоскворецкий суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканала Интер. Кто и за что избил ривненских милиционеров? Насколько Франция устала от чеченцев и рецепты молодости Шимона Переса? Смотрите все это во второй части подробностей. Битва за янтарный Клондайк. В Ривненской области продолжают воевать за солнечный камень. Поскользнулся на селфи. Немецкий политик неудачно поиграл в Гитлера. Янтарная история в Ривненской области, серия очередная. На этот раз драка старателей с милиционерами. Кто с кем и что не поделил или не поделился? Подробнее Инна Белецкая. Обычный, казалось бы, лес, дороги и не поймешь, что всего в 100 метрах Клондайк. Нас туда ведет местный житель. Он, как и многие, тоже добывает янтарь. Как все работает, не скрывает. Тут милиция хотела иметь владу, требовали 10 тысяч долларов, что каждые 3 дня сдавали и начальнику милиции, в частности начальнику милиции и прокурору в том числе. Но такие расценки это уже слишком, сетуют старатели. Месторождения только начали разрабатывать и платить отказались. Тогда, говорят, милиция и стала активничать. Опергруппа, разработки, все как положено. Дошло даже до драки. Вытяните камеру, фотографируйте. Той пришел в камеру, начал фотографировать. Один подходит, зачем наш ты фотографируешь? До камеры рукой, и милиционер ему в лоб. И сразу пошла эта бойня. Мы вот уникали конфликта, чтобы не создавать, потому что бачим, что, будем говорить, ситуация такая напряжена. И почали нас вот бить без будь-яких таких причин. На месторождении свежие следы добычи янтаря. Отсюда ушли не более получаса назад. Как только наша машина появилась в районе, об этом узнали в милиции и тут же предупредили старателей. Сматывайте удочки, а рот на замок. Их скажут, что тут замешана милиция, и начальник, в том числе и начальник милиции, значит, будешь закопанный по поясу в землю. Что, не знаю, как тут самая милиция. Сам начальник милиции ставит свои помпы. Где его мотопомпы? Зарабатывает ли он на добыче янтаря или только ее крышует? Мы хотели спросить у самого милицейского начальника. Ответ дежурного традиционный. Они поехали здесь по всех
на Старосолодчий, куда, короче, шукать этих людей, кто там бился с милиционерами. Прокомментировать ситуацию мы просили областное управление милиции. Там сначала согласились, потом передумали. Областной прокурор, подчиненных которого тоже обвиняют в крышевании янтарного бизнеса, хоть не отрицает, что такой бизнес процветает, утверждает, сам денег не берет. И на его подчиненных никто не жаловался. Жодних фактичних даних з приводу втручання, незаконне втручання працівників прокуратури в цю незаконну видобутку бурштину ми не отримали. Так или иначе, но похоже, ни в области, ни в правительстве никто всерьез решать янтарный вопрос не собирается. Так что пока одни набивают карманы, а другие уничтожают полесские леса, нам остается только наблюдать, как уплывают деньги из госбюджета. Такая вот реформа. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности, телеканал Интер, Рівненська область. Почти два десятка украинских профсоюзов решили отстаивать свои права в парламенте. Для этого работники авиационной отрасли, автотранспорта, энергетики, строительства, металлургии, оборонки выбрали своего представителя в Верховной Раде. Им стал народный депутат от блока Петра Порошенко Сергей Каплин. С ним подписали договор и теперь вместе планируют разрабатывать необходимые законопроекты. Сам Каплин уже собрался в профсоюзный тур по Украине. Работники Южмаша вышли на митинг. Почему на крупнейшем ракетно-космическом предприятии уже полгода не платят зарплату? Как реагирует руководство? И что ждет завод в будущем? Ответы искали наши корреспонденты. На центральной проходной Южмаша несколько сотен работников завода. На транспарантах требования – госзаказ предприятию, зарплату и индексацию сотрудникам. Полгода они живут практически без зарплаты. Выходим на полный рабочий день. Как бы работа то есть, то нету, но выходим. Но деньги не платят. Мы не получаем зарплату с июля месяца. Повысили коммунальные услуги. Чем их платить? Люди зашли в тупик. До 2 марта работников отправили в отпуск, а накануне часть денег все-таки выдали. Но это всего 10% за один месяц. Средств на выплаты у предприятия нет, говорит руководство. Все потому, что завод практически остановился. Остановилась на сегодняшний день работа с Российской Федерацией. К сожалению, счастью, к сожалению, как угодно. Ну, случилось, да. Мы должны сегодня абсолютно искать другие формы работы на нашем предприятии. О проблеме зарплат на Южмаше знают на государственном уровне. Немедленно разобраться в ситуации требуют народные депутаты. И не исключают, что предприятия хотят намеренно обанкротить. Тут важно еще очень разобраться, кто хочет искусственно довести Южмаш до банкротства, для того, чтобы заполучить сотни гектаров земли в центре Днепропетровска, еще и заработать с Полесских завода на металлолом. Все, чем сейчас занимаются на Южмаше, это реконструкции чешских автобусов и замена деталей. Руководство и коллектив завода уже на грани того, чтобы ехать в Киев и просить деньги на погашение долгов из резервного фонда. Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Отставка и уголовное дело за снимок в соцсетях. Чью карьеру загубили? Челка и усики. Немецкий скандал в материале Татьяны Лагуновой. Новость о его отставке на первых страницах влиятельных мировых изданий. Хотя Луц Бахман не президент, не премьер и даже не политик. Он всего-навсего лидер и основатель довольно молодого немецкого общественного движения «Европейские патриоты против исламизации Старого Света». Но ушел он так громко и некрасиво, что это событие заметили все. От CNN до The Times of India. Вот та самая фотография, из-за которой Бахман добровольно покинул свой пост. Селфи в образе Адольфа Гитлера, челка на боке, усики. Этот снимок Бахман сам запостил в соцсетях минувшей осенью. А еще там же писал, что иммигранты – это скот и мешки с грязью. Все это было опубликовано в сентябре прошлого года, за месяц до первого марша движения «Пегида» в закрытой группе одной из соцсетей. Но нашлись пользователи, которые сделали скриншоты и передали их журналистам. Луц Бахман пытался объясниться, мол, снимок в образе Гитлера – это шутка. Якобы он сделал его, прочитав сатирический бестселлер одного немецкого писателя о возвращении диктатора. Но юмор никто не понял, да и комментарии в адрес иммигрантов объяснить Бахман уже не смог. Он извинился и ушел. Соратники по движению отставку приняли и осудили лидера. Они всячески пытаются дистанцироваться от основателя и планируют новые марши уже без Бахмана. Тем более, что у него теперь другие заботы. Прокуратура Дрездена начала против Бахмана расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности, немецкое бюро телеканала Интер.
О том, как каннибал искал невесту, американец на бульдозере снес собственный дом, а Шимон Перес открыл секреты вечной молодости. Смотрите далее в обзоре. Хочешь долго жить, не ходи в отпуск. Экс-президент Израиля Шимон Перес поделился рецептом вечной молодости. 91-летний политик советует, чтобы не стареть, нужно побольше мечтать и постоянно трудиться. Работу называют самым интересным занятием в жизни. Перес стал президентом Израиля в 84. Пост покинул в прошлом году. Дискриминация за благородство. В Вильнюсе обидели потомка великого князя Литовского. Мужчина жалуется, его отказались обслуживать в салоне игровых автоматов. Он не сомневается, все из-за его королевских корней. Местные службы передают дело из рук в руки. Говорят, что ранее ничего подобного им расследовать не приходилось. Кукольный апартеид обернулся не детским скандалом. Британский онлайн-магазин обвинили в расизме после того, как одна из покупательниц заметила. Белокожая кукла Мария стоит на 10 фунтов дороже, чем чернокожая Наима или азиатка Янг. Магазин тут же извинился, объяснив разницу в цене технической ошибкой. Сингапурский курильщик поплатился за нечистоплотность. Его оштрафовали на 15 тысяч долларов за выброшенные из окна окурки. Неподобающее поведение зафиксировали камеры наблюдения. Также нарушителя приговорили к 5 часам общественных работ. Он будет подметать улицы. Сингапур известен строгими наказаниями за нарушение чистоты. В страну даже запрещено ввозить жвачки. Зато уровень преступности здесь один из самых низких в мире. Мужик сказал, мужик сделал. Пока жена была на работе, американец снес их дом. Семья прожила в нем почти 10 лет. Утром глава семейства пожаловался, мол, дом уже старый. Супруга в шутку его спросила: «Так что, снесешь?» Тот ответил: «Да». Как только благоверная вышла за порог, муженек арендовал бульдозер и выполнил обещанное. Дом вместе с вещами, нажитыми за годы, сравнял с землей. Жена в шоке. Экс-каннибал желает познакомиться. Бывший нью-йоркский полицейский Гилберто Валле, отсидевший за планы съесть жену, зарегистрировался на сайте знакомств. Значится под ником «Дружелюбный». Написал, что христианин разведен. В графе «Интересы» отметил «Приготовление еды». Когда редакция сайта выяснила, кто же такой Валле, его профайл заблокировали. Чеченцы, задержанные во Франции, не террористы, но с законом все равно не в ладах. Чеченский след. Чем прославились выходцы из этой страны во Франции? София Гордиенко расскажет. Обычная чеченская свадьба, престижные автомобили, небритые мужчины, танцы и пляски. Только место события – Бельгия. Единственное, чего не хватает, так это традиционной стрельбы. Тоже свадьба, и тоже чеченская, и тоже не в Чечне. Это юг Франции. Во Франции проживает больше 30 тысяч чеченцев. Они изначально селятся там, где потеплее и где полиция на такие мелкие шалости, как стрельба из пистолета, смотрит сквозь пальцы. Но одной стрельбой воздух не обходится. Выходцы из Чечни наряду с арабами уже давно частые гости в полицейских участках. Они то изобьют полицейских, то устроят драку с охранниками каннского вип-клуба, которые не пускали горячих парней на роскошную вечеринку. Те же задержанные в Безье, хоть и оказались не совсем террористами, оставили немало записей в базе данных правоохранителей. Один из них, например, проходил по делу о подрыве университета в Монпелье. У них были изъяты взрывчатые вещества, очень опасные. Они уже известны полиции по эпизодам бандитизма. Надо отметить, что после взрыва, организованного братьями Царнаевыми в Бостоне, французская полиция взялась за беженцев из России всерьез. 3 месяца назад был арестован вербовщик, агитирующий молодежь сражаться за шариат в Сирии, который в свое время, как и братья-террористы, тоже получил статус беженца из Чечни. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». День соборности. 96-я годовщина воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единое государство. Впервые в независимой Украине этот день отметили в 90-м, образовали живую цепь между Киевом и Львовом. А как отпраздновали сегодня, видели наши корреспонденты. Почти 500 человек пришли на марш соборности в Черновцах. На центральной площади образовали живую цепь, пели гимны, патриотические песни. Почтили минутой молчания память солдат, погибших в зоне АТО. Свого часу ми дуже великими втратами добилися цього єднання.
І буде дуже недобре, якщо просто в один момент все візьме і розпадеться. Во Львові школьники составили з пазлів огромну карту України. Кожен з 25 кусочків по кількості областей изготовили самі. Участвовали в акції не тільки львовяне, но і вынужденные переселенці з Криму і Донбасу. В Ужгороде акции единства не помешал даже дождь. Участники образовали живую цепь, а потом пронесли по центральным улицам города 400-метровый флаг. Захід разом. Україна єдина, ми одне ціле, і ми маємо відстоювати нашу країну. Одна, єдина, велика Україна! Более 3000 человек вышли сегодня на центральный мост в Днепропетровске. Двумя колоннами с разных берегов Днепра они двигались навстречу друг другу, неся километровый рушник единения. А потом шили его желто-голубыми лентами. За все годы независимости это самая многочисленная акция. В этом году это особая поддержка наших бойцов. Мы никогда никого никому не отдам. В Запорожье участники акции, взявшись за руки, вышли навстречу друг другу возле Днепра ГЭСа. На самой плотине ждал живой символ единой Украины. Девушка в вышиванке и с венком. Мы переможем, обов'язково. Героям нашим слава, киборгам слава. Живая цепь встречала сегодня утром спешащих на работу водителей и на столичном мосту Патона. Под бой барабанов с левого берега несли 30-метровую желтую ленту, с правого синюю. Встретившись, участники образовали единый государственный флаг. Мы хотим миру с перемогою. В обед флешмоб организовали в центре города. Связали в единую цепь желто-голубые ленточки с названиями всех областей. А в украинском доме, где год назад находился один из штабов Майдана, презентовали новый национальный рекорд – вышитую карту Украины. Почти 5 месяцев ее создавали жители всех регионов без исключения. 500 000 крестиков оставили более 6000 человек. Первого крестика зашивали, так бы мовити, эти побажання в карту. Зашивали мир, зашивали злагоду, молились. Побывала даже в зоне АТО в 3 местах Донецкой области. Ирина Романова, Ольга Паламарюк, Юрий Голубинко, Марина Коваль, Наталья Грищенко, Сергей Бордюжа и Руслан Мищенко. Подробности телеканал Интер. Пожалуй, не только в День соборности. Нам всегда нужно помнить, мы едины, и именно в этом наша сила. Помнить особенно тогда, когда кому-то наше единство как кость в горле. Это были подробности дня. Спасибо вам, что были с нами. Завтра увидимся.